Хорошо, меняемся местами. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над моей головой, под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких моих тел. Находит все. Ты знаешь, я у тебя ничего не вижу, но я вижу со стороны. Да. Гомоной, да? И у него в руках, как сказать, как лосот такое, как как железная, металлическая, даже привкус mm -hmm. этого металла идет Хорошо. на горло. Хочет, он тебе его одеть, он ждет, ага. ждет. Дароны отвлекутся. Как мне его достать? Есть его энергия в моем биополе. Если в моем биополе присутствует энергия хоть микрон этого гуманоида, значит три, включая внутренний белый свет, эта энергия выходит и формируется в шар. Да будет так, а так и есть. Да, есть на горле, Отлично. Пороски. Отправляю ее в клетку тюрьму и насчет три. Сила моего намерения выстраиваю канал к этому гуманоиду. И на счет три притягиваю в клетку тюрьму. Один, два, три. Стоит в клетке. Он в клетке, мне кажется, это голограмма. Снимаются все маски голограммы. От этой голограммы выстраивается канал, притягивая оригинал. Один, два, три. Где бы ни находился, притягиваю в клетку тюрьму. По голограмме наношу удар, лазером, Влад. Сергей, эту защиту, если там кто-то есть, притяни. Протянулся ящер. Отлично. И снимаются все маски и голограммы. Ящер пристает согласно своему эфирному коду ДНК. И Влад, дай ему мощнейший удар лазером, положи его на пол. Пошел удар. открывая над ним поток любви Абсолюта, заливая его клетку потоком любви Абсолюта. Готово. Отлично, что там? Он сидит как на их клетке. Отлично. Направляя на него печать семи архангелов, и он получает мощнейший удар. печати семи архангелов на счет 3, 1, 2, 3, удар. его, знаешь, его начинает рвать. Ну что, паразит, встретились? Прочитан. Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Готов уходить? Рычит. Влада ему еще один удар. Помощнее. Закрывая портал в галактическое ядро. Удар. Ну, он, он улег. Отлично, выстраивает ящера каналы, как другим ответственны те, кто давал ему команды Если таковые есть, значит три, они притягиваются и становятся в клетке тюрьмы Один, два, три, да, будет так, а такие есть Они не притянутся, но я их вижу, их трое В а? пирамиде Они смотрят Ли, я прошу тебя выйти на связь Серьезно, слушаю тебя. Я приветствую тебя, Али. Как мне притянуть эту пирамиду, в которой три ящера сидят, и связаны с этим, который у меня в клетке? Он хотел накинуть мне ошейник на горло. Сейчас подожди. Они вычислили, где они. Больше не твоя забота. Хорошо. Разбирайся с тем, кто в клетке. А что мне с ним разбираться? Я с ним уже разобрался. Я его притянул по микрону энергии, которую он оставил, он еще не успел, он только голограмма ходила вокруг меня его. Я притянул ящера, и он за ней стоял, а этот ящер связан с этой пирамидой. Поэтому я спрашиваю, это твой клиент или мне его? Что мне с ним делать? Отпускать мне его не хочется, он вошел в мое биополе или пытался. Забрать мы его заберем, но нагадил он там. Прилично в клетке, да? Да. Ну, я Извиняюсь, включая высокое вибрационное фиолетовое лучение вытесняет все от этого, что оставил ящер. Надо было оружие проверить. Работает хорошо, хорошо работает оружие. Подожди с лучами, а то они его расплавят. Хорошо, выключая лучи. Они его затащили к себе там, не знаю куда, портал в этот, и сказали, что будет в другой раз. Много вони от него. Согласен, буду обязательно. Учту. Благодарю за информацию, Ли. Включая высокое операционное фиолетовое лучение, вытесняет всю эту вонь вместе с его биоматериалом и всем остальным частичками за пределы этой комнаты и все растворяется. Нормально почистить. Она говорит, будьте начку, напали на одного, нападут и на другого. В том-то и дело, Вера еще сейчас находится, но дрон ее защищает, она в другой стране находится, далеко от меня. И вот эта пауза, они воспользовались, безусловно. Хорошо, благодарю Ли.